Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Таджикистан. Самолет белорусского лидера вылетел из национального аэропорта Минск. Завтра президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств членов СНГ. Ожидается, что Александр Лукашенко проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами. Вне саммита также запланированы двусторонние белорусско-таджикские мероприятия. Глава государства посещал Таджикистан с официальным визитом в мае этого года. Президенты тогда вместе открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники в Гисаре, которое включено правительством Таджикистана в перечень особо важных объектов. Белорусские депутаты в октябре примут участие в осенней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бишкеке. В ближайших планах Палаты представителей также участие в совещании спикеров парламентов стран Евразии в Анталии и в сессии Межпарламентского союза в Женеве. Кроме того, намечена встреча с делегацией Европейского парламента. Как отметил спикер Владимир Андрейченко, международные контакты призваны решать актуальные для страны вопросы, содействовать развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Сегодня отмечается Всемирный день туризма. Профильное министерство Беларуси готовит изменения в закон о туризме. Главный акцент – на защите прав туристов. Предлагается ввести четкие определения туроператора и турагента и разграничить их ответственность перед клиентами. Изменения могут затронуть и экскурсоводов, и могут разрешить работать, уплачивая одну базовую величину в год.